Моя работа — держать нас на шаг впереди. Лучшее, что можно было купить за деньги. Наши оперативники могут иметь свои навыки, но мои проекты... Они дают нам преимущество в бою, чтобы мы могли ударить со всей силы и вернуться живыми. Не царапины. Оса, оперативник атаки. Полный обзор в понедельник, 16 августа, 10 утра.